Мы готовим пиццу вот в этой печи, Помпейской. Мы готовим пиццу. Вот тут вот огонь помпейский горит. А тут мы идем и, значит, этот из импортнозамещенных продуктов которые не такие все. купили, значит, вот это салями. Потом вот это ветчина такая. Потом это мы купили Пармиджану. пармиджано. Потом мы купили Итальяну. вот это такой вот На, этот сыр. эти вы. Потом мы купили, Да, вот эти. значит, чеддер. Покажи, Леша, где Нет, чеддер? они уже как упаковал там в пленка. третьей пленке. Вот. С третьей пленки чеддер. Вот чеддер. Мы тут поругались уже в магазине. Нам сказали, что чеддер должен быть оранжевый, но он у нас белый. А мы сказали, что белых чеддеров не бывает в принципе. Ну они при чем? Какой им дали А такое? этот, а это вот еще паста, тоже итальянская. Короче, у нас будет итальянская пицца Паста в Италии там оказывается. из... И вот еще кот. 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 Из импортнозамещенных продуктов. Ну, маленький, не ходишь. На, сейчас коту скинем все это. Нет. И как? Сейчас, ну, он трескает, русский кот трескает русскую салями. Все. А, мы там этого...